Всем привет! Сегодня стало известно, что оставил Жванецкий своим наследникам. Сообщается, на текущий момент известно о 6 детях Михаила Жванецкого. Однако их может оказаться больше, потому что сатирик пользовался успехом у противоположного пола. Наследство Жванецкого оценивается в 150-200 миллионов рублей. Например, элитная квартира в Москве в Старопименовском переулке площадью около 250 кв. метров стоит около 90 миллионов рублей. А принадлежавший сатирику дом в Подмосковье – более 50 миллионов рублей. Также Жванецкий владел имуществом за рубежом – в США и Украине. В Одессе, откуда он родом, ему, как почетному жителю города, предоставлен участок земли над обрывом в курортном районе Аркадия. Кроме того, наследники получат средства на банковских счетах и авторские отчисления за книги, принадлежащие перу Жванецкого. Сочинения сатирика продолжают издаваться, а тиражи раскупаться почитателями его творчества. Напомним, Михаила Михайловича не стало из-за рака предстательной железы на 87-м году жизни, перед этим проявив себя не только популярным автором, но и любвеобильным мужчиной. У сатирика есть 5 внебрачных детей от разных женщин и 1 официальный сын. Пока неизвестно, как именно наследники разделят имущество Жванецкого, дети артиста не общаются между собой. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!